Июньский град в Челябинске из-за сильных ливней затопило улицы, а штормовой ветер даже ломал деревья. На улице Плеханова упавший ствол перегородил вход в офисное здание. Только что упало дерево прямо к нам в офис, перегородило всю дорогу. Жуть вообще, что происходит. Ураган в Челябинске рушит деревья. А что удивительно, мы только сидели, разговаривали, и Олеся говорит, убери машину, говорит, вдруг дерево упадет. И после этих фраз просто треск. Жуть, и дерево действительно упало. Во дворе пострадала припаркованная машина одного из жильцов многоэтажки. Ураганный ветер повалил не одно дерево. В Ленинском районе бревно упало прямо на дорогу и преградило путь. Челябинцев также удивил дождь с градом, ведь до этого в городе держалась аномальная жара. Вот такое у нас стихийное бедствие, град. Завалил град. На крыше машины хорошо видно град. А вот так выглядела улица Новороссийская. Ливневые канализации не справлялись с потоками воды, и поэтому дороги буквально затопило.